К другим событиям. Вернули потерянные деньги. В одном из ярославских отделений банка пенсионерка у банкомата выронила 30 тысяч рублей. Когда женщина обнаружила пропажу и вернулась на место, денег она, конечно, там не нашла. К делу подключилась полиция. Сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина, нашедший данную сумму, который добровольно выдал данные деньги потерпевшей. Я получала деньги в банкомате, и когда их получила, положила между сумочкой и пакетом. Но считала, что я в сумочку положила. Потом они оказались на полочке. Я взяла сумочку и ушла. Но спасибо ребятам из полиции. Помогли мне, нашли и вернули мне денежки.